Всем привет! Сегодня давайте рассмотрим. Программа называется Red Organizer. Довольно неплохая. Честно говорю, это сделано только чисто для ленивых. Это тот, который не знает компьютер или не знает, как чистить все, что есть в этой системе, в простом компьютере. И давайте начнем потихонечку. Все, что в ней интересно, все есть, чтобы у вас не тормозил компьютер, не зависал компьютер, и все ваш мусор за столько лет или за столько времени, которое вы не чистили, бывало, мне вот попадалось, года по 3, по 4 не чистили. Ну, сами представляете, это сколько там дерьма, честно скажу, в вашем компьютере. Давайте посмотрим, как настройки сперва сделать. При запуске, ну это в принципе не обязательно, контекст меню, это вот она, вот, полностью пишется. Потом, естественно, убирать это, что вы раньше делали, очищать, ну они в принципе вам вообще не нужны. Один день здесь минималка идет. Вот, здесь самое интересное, старые драйвера, естественно, ставьте. Корзина, она вам не нужна. Старые файлы обновления, тем более устаревшие загрузки. Это устаревшие загрузки, это типа вот они здесь. Что-то должно быть у вас здесь, если есть, которые важно, перенесите их на диск D или что там у вас есть. Устаревшие загрузки. У меня там стоит там две папки, но это в принципе они. Вот так вот. Это после очистки убирайте потом, чтобы быстрее работал. Неверные ярлыки, корзина, ну и все остальное. Исключение. Исключение, что ваше... Что нельзя его трогать. Ну, в принципе, Bonjour у меня есть. Bonjour. Касперский сервис. Ну, это, в принципе, мне все нужно. К удалению. К удалению это папки, те, которые... сами, если кто-то не знает, лучше ничего сюда не ставить. У вас должно быть тут пустое окошко. Лучше, кто не знает, вообще сюда не лезть, потом папку какую-то поставите, очистите, и в следующий раз вы приедете. Вот, ярлыки удалять. Удалять почему? Потому что у вас много. Можно или возможно исправить там, вот так вот поставьте. Ну, неважно. Если невозможно, он сам удалит. Сколько дисков у вас есть? Удаляете, они у вас в папке темп остаются. И у вас куча дерьма. То же самое. Ну, это, в принципе, одно и то же все повторяется. Это программа, которая удаление 100 мегабит. Ну, можете поставить. Это считать большой доллар. До 100 мегабит она убирает. Можно вообще, ну, в принципе, по умолчанию пускай стоит. Исключение. Ну, в принципе, он сам автоматически ставит обновление. Только вот это ставьте. Бета-версиях. Проверять обновленную сторону. Не надо лучше. Или вообще выключить, или так просто поставить, чтобы другой. При обновлении вот этой версии почему-то... как я не писал производителю, он виснет, тупит и начинает всякую дерьмо показывать. Несерьезно. Лучше не обновлять. Классическое реестра. Так, настройки системы он удаляет, управляющие параметры. Ну, в принципе, сюда не надо делать. Ну, у меня просто там так вот можно убирать, неважно. Язык, естественно, ставите. Ну, сюда не надо. Так как у вас будет ключ, будет облом. Так, это браузеры, это те, вы которые, что вы, где вы лазили. Это все удаляется. Вот так вот. Если у вас слабенький компьютер, ну вот это вот деформацию реестра сжатия лучше не трогать. Неверные записи. Ну, в принципе, это вот что вот это,
одно и то же убирает одновременно. Удаление программ — это все, что у вас есть. Если здесь написано следы, значит у вас есть неудаленные программы. Вот так. Изменение реестра. Сюда тем более вам не стоит, если вообще никто ничего не знает. Ну, в принципе, можно чистить, если что-то удалили. Вот я, например, вот такой вот поставил удалять. И вот ставлю. И вот так вот можно искать. Чтобы вам не искать в реестре. Реестр — это, короче, очень много папок. Вот он, этот сам реестр. Здесь я, мать его, ой-ой-ой-ой-ой. Короче, здесь долго и упорно лишнее убирать. Расширение файлов — это те, которые не делаются. Оболочки — это устанавливается. Вот, это вот ваша система стоит. Библиотеки. Библиотеки — это Netfeedback, потом, сейчас не помню, как я забыл, сейчас покажу. О, завис чуть-чуть, это ж пока найдет он. Так, крест, библиотеки — это библиотеки, вот это библиотек, потом делы библиотеки, ну много интересного. Ну, все программы, конечно, в основном сделаны в библиотеках. Вот. Так, вот они сейчас. Вот они, вот это все ваши библиотеки. То, что работает ваш компьютер. Так. Запускать вместе с компьютером. Ну, вот так вот. Пишет, можно оптимизировать. Кляр. Ну, в принципе, не надо. Ну, вообще сюда-то, по идее, вам лучше не нырять. Вот. Дальше что у нас? Ну, это сравнение. Ну, это то же самое. Специализирую настройки. Но лучше сюда как бы не надо. Потому что у вас после этого оптимизирования все ваши программы могут зависнуть или просто не будут работать. Так. Ну, в принципе, поехали. Сканируем. Ну что ж, пока мись. Сколько он мне? Ну, минут 5-8 мне чистился. Ну, довольно неплохо. Смотрим, что он почистил у нас. Неверные пути. Ну, то точки восстановления, естественно. Они не нужны, когда что-то вы загружаете или чистите. Вот всегда, ну, вот, чистенько. Об ошибках обязательно удалять. Почему? Потому что он, компьютер, не работал по старым ошибкам. Чтобы исправлял и делал не новые ошибки, а правильно делал. Ну, может, старые драйвера, файлы. Ну, здесь вот. И просто очищаем. Но у меня, может быть, ну, секунды, минуты у кого-то. У кого-то, может, и минут 15-20, я не спорю, очищать. Потому что мусору может быть много. Особенно вот сколько раз, кому я не ходил чистить компьютер. Ох, говорит, и тупит. Ох, невозможно. Мне охота его разбить.
Ну вот, поставил программку эту, включил, и она потихонечку очистила. Мне 3 гигабайта. Это буквально я за 2-3 дня работы сделал. У кого-то, может быть, за столько лет. Ну и здесь у вас покажет, что, как и где. Вот она, оптимизация системы. Можете интернет оптимизировать, там загрузка и система. Оно прежде чем оптимизировать, надо будет почитать. Вот здесь вот посмотрите. Вот это, естественно, красненькое удаляем, потому что они все удалены. Вот только что было, она удалилась. Следы в реестре, там вот все остальное удаляем. Удалить. Ну и вот то же самое, все удаляете. Это синенькие, как бы не надо удалять, так как эта система, она просто держит. Ну, естественно, загружаться будет подольше и выключаться будет подольше. Но в основном, ну вот, в принципе, вся система. Закрываем. Все. Да, кстати, почему я говорил, что показывал не только здесь, а вот здесь вот, например. Вот эта программа, вот, удалить полностью с этой системы. Вот так вот. Это ничего не надо искать, ничего открывать не надо. Здесь то же самое есть, и вот ремонт ярлыков, но это не та программа, это вот эта вот программа, ссылочки, которые AdWorkары. Ну вот, он полностью удаляет, никакого вмешательства не надо. Проще сказать, факир был пьян, фокус удался. У него не удался, у вас удался. Вот, в принципе. Он все ищет, находит, найдет. И вот. И удаляем. Вот так вот лучше, не ждать, если написано, лучше удалить. Все, удалено, прекрасно. Все чистенько, и начинаю, и просто открывается 3 секунды. Все чисто и прекрасно, ваша система. Это не только для ленивых, и никто не хочет просто копаться и звать себе мастера, чтобы он делал, или относить кому-нибудь. Ну, в принципе, все видать. Всем пока. Ссылка внизу будет под эту программу. И ключи, естественно. Всем пока, до свидания.